Древнее резное изображение языческого бога. Может быть, божества плодородия? Ему много тысяч лет. Кусок кремня в мешочке. Для разведения огня. Монгольский воин должен был быть готов ко всему. Так, чтобы они разбили врата. Знамена. Символом армии бессмертных? Господь испытывает меня. Я добыл достаточно оружия и припасов, чтобы выжить. Однажды хан приказал мне овладеть стрельбой из лука и сражаться в его армии, за что я ему благодарен. Он даже подарил мне свои собственные бронебойные стрелы. Вокруг меня лед, из которого можно добывать воду, но он красный от крови. Армия пророка патрулирует теперь уже мертвый город. Это не те солдаты, что встретили нас у городских ворот. Что-то изменилось. Древняя легенда гласит, что тот, кто взглянет на святой источник, отдаст ему свою душу, получая взамен бессмертие. Если это так, то мне суждено погибнуть здесь, унеся с собой секрет, за которым я был послан.
Пробить врата. Он поможет нацелить трибюшет. Похоже, я попаду прямо во врата. Сойдет, наверное. Пора стрелять. Получилось. Еще до того, как ты родилась, я чуть не потерял тебя, Лара. Но ты не сдавалась. Ты хотела жить и дышать. Ты сжала кулачки и закричала на всю больницу. Более прекрасного звука я в жизни не слышал. В тот снежный вечер я вернулся домой и зажарил себе стейк. Выпил полбутылки виски, попытался смастерить снегоступы из теннисных ракеток и уснул в обнимку с котом чертовски счастливый. Я слышала эту историю раз 10. Столько разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Avance!
Почти на месте. Путь к палате душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один требюшет. Сделала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди.
Надо добраться до вершины башни. Только вот лед на пути мешает. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Хватит сил.
у меня не хватит сил. Получилось. Пора снести врата.